Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Поклонники пришли в замешательство от ужасающего вида актера из «Брата 2». Александра Дьяченко считают секс-символом российского кино. Брутальный и благородный актер всегда восхищал миллионы поклонниц. 56-летний актер много снимается, пишет песни и не афиширует личную жизнь. На днях на странице звезды появилось страшное видео. В Инстаграм Александра Дьяченко предстал совершенно другой человек. Оказалось, что актер использовал фильтр-маску, который превратил его лицо в мультяшного героя-злодея. Маска изуродовала лицо Дьяченко и сделала его неузнаваемым. «Что тут скажешь? Шутка, фильтр», — написал звезда «Брата 2». Поклонники не оценили юмор Дьяченко и отметили, что выглядит он устрашающе. «Жутковато, Саша, вам не идет этот фильтр, боже». «Что это? Александр, вы что с собой сделали? Жесть? Ужас, упаси бог, вот уж удивили, а говорят, красоту ничем не испортишь. Совершенно другой человек. Саша, не делай больше так, страшно, жуть какая, верните лицо», — написали фолловеры. Напомним, в начале лета Александр Дьяченко был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом. Актера положили в реанимацию, там Дьяченко пережил цитокиновый шторм. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.